Про котиков мы вспоминали в прошлом видео. Теперь пришла очередь пёселей. В этом видео мы собрали для вас 10 новых крутых вещей для собак с AliExpress. Лапоочиститель. Каждому пёселю нужно чистить лапы после прогулки на улице. Некоторым даже требуется генеральная чистка. В этом деле может помочь эта очень удобная штука, которая называется чаша для очистки лап. Хотя лапоочиститель звучит получше, не правда ли? В эту емкость заливается шампунь и немного воды. Потом нужно поместить лапу и включить кнопочку, которая задействует силиконовые подушечки внутри. Так быстро и просто можно вычистить лапки своего любимца. Кормушка-трансформер. Очень круто, когда в доме емкости для еды питомцев смотрятся красиво и гармонично с помещением. Думаю, такая кормушка-трансформер сможет как раз вписаться во многие интерьеры. Самое классное в ней, что ее можно подстроить под угол или повернуть в такое положение, как удобно. Кроме миски для корма, также есть емкость для воды, которая благодаря крутому шару с водой пополняется. В этой емкости с водой жидкость точно не прольется и не будет брызгаться. Диван. Мохнатые очень любят забираться на наши диваны, иногда они у нас их даже отжимают. Так почему бы не приобрести пёселю свой личный диван, прям под его размер? Мало того, что это очень мило выглядит, так еще и питомцу будет удобно. У дивана можно опустить спинки, и тогда получится полноценная лежанка. Переноска-рюкзак. Иногда собак нужно перенести из пункта А в пункт Б, и для этого нужна какая-то переноска. Конечно, есть люди, которые могут подумать, что собак можно перенести как-то так, но думаю, это не очень удобно для обеих сторон. Хорошо, что на Али нашлась такая крутая штука – переноска-рюкзак. Просто посадил пёселя в рюкзак, одел на спину и пошел. Хозяева говорят, что собакам очень даже нравится так ездить на спине хозяина. Есть разные размеры для разных габаритов питомцев. Также в таком рюкзаке можно возить собак на мопедах и других двухколесных видах транспорта. Главное не забывать про безопасность, свою и пёселя, конечно. Бутылка с кормом. Я не раз показывала бутылочки с водой для прогулок с собаками, но эта штука вышла на новый уровень. С ней не только удобно поить любимца, но еще и можно его накормить. В специальный маленький отсек снизу можно засыпать корм и закрутить бутылки. По мне, очень даже удобно. Кресло для машины. В машине нужно думать о безопасности не только себя, но и своих питомцев. Такое кресло для сидения специально создано для удобства животных. Так они будут чувствовать себя комфортнее и не будут ерзать по всему салону. Дождевик. Гулять собаки должны в любую погоду, поэтому, когда на улице идет дождь, что уж поделать, тоже нужно выходить. Чтобы собакен при этом меньше промокал, можно одеть ему такой милый дождевик. Он не только классно выглядит, только посмотрите, у него есть даже капюшон, но еще и защищает от переохлаждения. Игрушка с вкусняхами. Эта игрушка сразу выполняет несколько функций. Во-первых, пёсель может с ней играть, получать вкусняхи и при этом еще и чистить свои зубы. Благодаря присоске эта штука закрепляется, и шарик можно грызть, тянуть и так далее. Внутри засыпается корм, а силиконовые зубчики чистят зубки собак. Гигантский мячик. Все собаки любят мячики, но эти ярко-салатовые теннисные мячи вызывают у собак особенную радость. А теперь представьте, этот мячик только очень большой. Какая будет радость у собакена, даже страшно представить. Диаметр этого гиганта 24 сантиметра. Он не такой тяжелый, как теннисные мячики, но это даже лучше. Летний коврик. Такой коврик может помочь в жаркую летнюю погоду. Он отлично справляется с охлаждением питомца. Благодаря дышащему и приятному материалу животному будет удобно не только охлаждаться, но и спать на нем. Пиши в комментариях, какой продукт понравился тебе больше всего. Также не забывай про лайк и поделиться с друзьями.